Почти 1000 муромлян осталось без зарплаты. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по факту полной невыплаты заработной платы сотрудникам Муромтепловоза. По данным следствия, руководство предприятия сэкономило на работниках больше 33 миллионов рублей. 111 сотрудникам акционерного общества, уволившимся с мая по август этого года, не произвели окончательный расчет, в результате чего люди недосчитались почти 300 тысяч рублей. А еще 887 человек с мая по октябрь этого года не получали зарплату. Сейчас следствие разбирается, кто наживался на сотрудниках и пытается вернуть людям их зарплату. В рамках предварительного следствия Муромтепловоз принял меры к погашению задолженности перед уволившимися сотрудниками.